Барнауле можно услышать звуки старинных колоколов, которые привезли со всей Сибири Урала в галерею «Универсум». В экспозиции представлены работы семейных династий – Кондаковых, Гилевых, Оловянишниковых. Производством колоколов в них занимались веками. Многим колоколам более 100 лет, и они до сих пор используются в храмах во время богослужения. Необычная часть выставки – вещи, которые заменяли колокольный звон в послереволюционной России. Среди них пила, морской якорь, газовый баллон, рельса. Выставка «О чем говорит колокол» будет работать до 28 сентября. Вход бесплатный. Также в галерею можно заранее записаться на мастер-класс по колокольному звону от алтайских и новосибирских звонарей.